Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В 2020 году остров Ахтамар посетили 68 тысяч человек. В Арцахе возле ряда населенных пунктов запланированы взрывы. Оккупация части территории Арцаха не может считаться урегулированием конфликта. Министр иностранных дел Республики Армения Хидр Гаджуян Тамуян, новый председатель Национального союза езидов. Молодые люди играют в футбол на замерзшем озере Назик в Битлисе. Сегодня день памяти Минаса Аветисяна. Историческая армянская церковь на острове Ахтамар, расположенная на озере Ван в Западной Армении, которая ежегодно принимает тысячи туристов, в 2020 году принимала 68 тысяч человек. Для сравнения напомним, что в 2019 году остров Ахтамар, который был закрыт для посещения из-за эпидемии, посетило 225 тысяч человек. Большинство туристов, посещающих Ахтамар и город Ван, граждане Ирана. До острова можно добраться за 20 минут на лодке из города Ван. Гости не покидают этот регион без посещения армянской церкви. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха сообщает, что отряды саперов планируют провести работы по обезвреживанию оружия и боеприпасов в окрестностях города Мартакерта, а также сел Чанкатах, Мохратах и Магавуз. Фонд Центра гуманитарного разминирования планирует взрывные работы в рамках разминирования на территориях, прилегающих к городам Мартуни и Мартакерт, а также селам Ханацах и Агестан Аскеранского района. Последствия применения Азербайджаном силы против Арцаха и оккупации части ее территории не могут считаться урегулированием конфликта. Конечной точкой конфликта может считаться только политическое урегулирование, которое будет уважать права всех и определит окончательный статус Арцаха. Как передает Арменпресс, это заявление министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна. Он сделал это заявление на заседании Постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции в ходе обсуждения вызова региональной и европейской интеграции в послевоенной Армении. Министр отметил, что после 44-дневной войны на Южном Кавказе происходит перераспределение сил и влияния как региональных, так и крупных игроков. Однако пока рано давать полную оценку складывающимся реалиям и вызовам. В Ереванском кинотеатре «Москва» 22 февраля состоялся съезд Национального союза езидов, в ходе которого Хидр Аджуян Тамуян большинством голосов членов президиума союза был избран новым председателем союза. Как сообщили Арменпресс, в пресс-службе союза Хидр Аджуян является внуком экс-руководителя союза Азиза Тамаяна, который возглавлял организацию с 1988 года и скончался 2 января 2021 года. Хидру Аджуяну Тамуяну 31 год. По профессии юрист, востоковед, женат, имеет одного ребенка. Об этом Арменпресс сообщили в Национальном союзе езидов. Поверхность озера Назик в регионе Ахлат провинции Битлис Западной Армении замерзла из-за сильного холода. Сюда приезжают развлекаться молодые люди из окрестностей, не обращая внимания на опасность. Один из жителей говорит, что играя зимой в футбол на замерзшем озере, они превратили его в парк развлечений. По его словам, каждый год после декабря эти места замерзают. Лед озера достигает толщины около 20 сантиметров. Минас Карапетович Аветисян родился 20 июля 1928 года в Ахурянском районе Армянской ССР. Скончался 23 февраля 1975 года в Ереване в Армянской ССР. Армянский художник. Рисовать начал сравнительно поздно. Еще подростком увлекся искусством Мартироса Сарьяна. Впервые он познакомился с ним в 18 лет. Армянская миниатюрная живопись, картина итальянского возрождения, с которой он познакомился во время учебы в Ленинграде, оказала большое влияние на художественное и эстетическое развитие Минаса. Минас создавал композиции, пейзажи, отражающие армянский сельский мир, а также портреты, натюрморты и фрески. Он коснулся всех сфер живописи. Живопись, графика, фрески, сценическая живопись и так далее. Между 1960 и 1975 годами Аветисян создал около 500 холстов, почти столько же рисунков, 20 больших фресок и проектов для более чем десятка театральных представлений. Его искусство заняло почетное место в истории мировой живописи. Некоторые из известных картин относятся к прошлому армянского народа, особенно к геноциду против армян 1915 года, от которого бежали родители-художники. К этому периоду относится создание 1965-1967 года работа «Дорога. Воспоминания родителей. По дороге в Дерзор» 1964 года. 16 февраля 1975 года Минас попал в автомобильную аварию в Ереване. Неделю спустя, 23 февраля, он скончался. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг Хамуит.
Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!